Саженцы колокольчика, персиколистного Taken Blue, Campanella persicifolia, относятся к многолетним культурам. Вырастает до 50 см в высоту и 40 см в диаметре. Стебель прямой, слегка ребристый по структуре. Корневая система ветвящаяся, закрученная. Листья напоминают по форме персик и на стебле располагаются редко. Цветет Taken Blue с июня по сентябрь месяц. Цветы изящные, голубого цвета, в форме воронки. Примечательно, что ближе к ночи, в дождливую погоду, цветки закрываются. Широко используется при оформлении каменистой горки, миксбордера или альпинария. Колокольчик персиколистный Taken Blue – это травянистый высотой 50 см с типом роста, среднерослый, диаметром 30-40 см. Цветет растение в месяц – июнь, июль, август. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка голубая. Лист растения по форме ланцетовидные. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая. У растения нет шипов. Важно, что колокольчик персиколистный Taken Blue самоопыляемый, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.